«Призрак Рысси». Этот миф появился в 2019 году. «Призрака Рысси», в отличие от Айбеты и Авы, встретить на сервере нельзя, только в одиночном режиме. На картах «Ферма», там призрака можно найти за скалой около реки, и еще на зимнем лесу, там можно увидеть его везде, если приглядеться. Призрак Рысси просто ходит и никого не трогает, неизвестно откуда он появился, и истории я не нашла, потому что этот миф – абсолютная выдумка и жесткий рофл. Во всех видео с этим якобы призраком везде показывают, что это просто монтаж и его не существует от слова совсем. Впервые вижу такую чистую выдумку, кто это придумал – большой вопрос. И да, люди на серверах со скином этого призрака, опять же фейки.